Не упадет, упадет, не упадет. Не упадет. Всем привет, 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 привет. Я пришла домой после съемок. Я отлично, я супер. У меня 2 дня не было горячей воды. У меня вообще не было 2 дня никакой воды. Так, привет, привет. Что мы будем кушать сейчас? Мы съедим рыбку. Так, привет. Всем привет, 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 привет. Привет всем, Валера Уфа, всем привет. Так, ну у нас сейчас была, у меня была съемка в Genetic Club. Для Genetic Club. У Алекс Кудрова. А, да, отлично. Мы снимали мотивашку на ягодичные. В общем-то, все для вас, друзья. Стараемся. Так, вчера смотрели Олимпию. Да, я смотрела там, кто там по тем самым ребятам. Девчонки же еще не выступали, да, по Олимпии? Так, 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 так. Ну, за Гусева, конечно, обидно, но что делать? Сам виноват, как говорится. Ну, не знаю, может, свет плохой был. Может, жрать надо меньше. Хотя не мне его учить по поводу жрать. Так. Сейчас пришла домой. Хочу поесть. Разогрею сейчас для себя омлетики. Так, у Гусева там, как по-моему, 16-й он стал. Рыбку и какая-то лепешка. Типа какой-то кабачок. Так, 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 в кино, кого, что там, так, что происходит. Я дома, я ничего не происходит, я дома, у меня, слава богу, включили воду, я после фото, видео, вернее, видеосъемки, даже ты такая красотка, спасибо большое. Мою попу можете наблюдать через, где-то через неделю для Genetic Club, там, может быть, не, через 2 недели, выложат на мотивацию, на ягодичные девочки, стараюсь для вас, в общем-то, чтобы ваши булки тоже были... падает телефон... Тоже были в напряге, как говорится, и вы тренировались. Фил Хит, Грин Джонс, лучшие. Что? Что? Я вообще не знаю, о ком ты говоришь, лучшие, не лучшие. Я же не слежу за бодибилдингом уже давно. Так. Жаль, что я не успела это, ну, заблокировать там чмошника одного. Давай, пиши, 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 тварь, гнида, пиши, давай, я тебя поймаю. Так. Давай бы тебе я тоже заблокирую. Так вот, кстати, ребята, кто помнит, что по поводу пресса, кому продемонстрировать мой пресс? Вот он. Вот он. Почему Фил Хит, Пузень такая? Откуда я знаю? Иди спроси у Фил Хита. Найдите Гошану работу. Гошан отлично, кстати, он уехал в Москву. Надо делать зубки. Здрасте, здрасте. Так, ну что? Что там, 7 минут прошло, не прошло? Где дядя Сережа? Дядя Сережа, у него сегодня съемки в спортивной его новой команде. Ну, вот они там снимают какую-то пошлоту. Пошлоту снимают! Вот. Но, может быть, выстрелит пошлота. Так, же я говорила. Так. А я приперлась домой. Буду кушать гроуфуд. Нажимаю разогреть. Вообще ничего не готовлю, ничего не делаю, не убираюсь, не готовлю. Все, у меня круто, все для меня делают. Так. Не знаю, что Сережа не выходит. Может, ему не до вас совсем? Чтобы не до вас? Вот смотрите, какая у меня фигурка отличнейшая. Просто отличнейшая фигурка. Я похудела, ребят. Худею с Grow Food, с Genetic Club. Дрочку опять снимают? Да нет, я думаю, вряд ли. Но что-то пошлое они будут снимать. Ну, опять стараться для вас, для людей, для хейтеров, для всех. Ну чё, пресс? Жалкое подобие пресса? По поводу съесть таракана, там, ещё что-то. Это все, короче, в Таиланде. Сниму видеоролик. Надеюсь, что 6 кубиков вам покажу уже в более хорошем качестве. Так, Каш, ты классная, Даша пусть снимает. Так, спасибо большое. Что с моим голосом? С моим голосом все прекрасно, он становится еще звонче, еще тоньше. Все у меня отлично. Может, скоро буду песни петь. Посмотрим.
что как будет. Голос, кстати, кто следит за моим творчеством вообще, за спортом, бодибилдингом, да, там еще с самого моего раза, с самого моего первого раза сначала, все знают, что голос был намного хуже. Так что вот, в принципе, друзья, ты молодец, спасибо, обняла. Так, так, так. Спасибо, 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 спасибо. Да, я очень худею. Худею, опять же таки, напомню, что, в принципе, не поджираю. Ничего, у нас было 2 дня с Сережкой, мы тут поели всяких разных мороженых, пирожных, всяких вкусняшек. Вот, там, по мамам погостили, там, к моей съездила я, потом к Сережиной съездили, там поели, здесь поели. Но в основном у нас вся еда идет grow food, абсолютно честно, абсолютно серьезно. Очень мы грустим, что, когда уедем в Азию, конечно, курсила, что за тупый вопрос. Когда уедем в Азию, нам не будут доставлять нашу вкуснейшую еду grow food, и когда-нибудь, может быть, они уже разобьются до такой степени, что смогут и по всему миру свою еду нам доставлять. Вот. Секс как кардио, норм. Ну, наверное, норм. Слушай, я не знаю вообще, уже давно этим не занимаюсь. Так. Обложек. Да снимем обложек. Недавно это самое выкинула ролик. Те, кто не ценил, зацените. Зацените, там говорят, прикольно получилось. Там у нас и с ДПСниками есть приколы, и с гайцами, с моими обожателями, любимыми. С тренировками, с какими-то прикольными. Так, у него все у него хорошо. Так, у меня тоже все хорошо. У нас и прекрасно, просто тупо времени нет. Короче, сейчас собираемся рвать отсюда в Москву. В Москве будем несколько дней. У нас там запланирована еще одна съемочка прикольная в Бодимании. Дальше собираемся в Таиланд, в Азию. Потом, скорее всего, это будет Китай. Потом, может быть, Бали. Так что все у нас круто. Так. Все, кто будет плохо говорить о моих друзьях, приятелях, и обо мне в том числе, будут идти вот туда. Все. Так, все. Ладно. Всем бай. Подписывайтесь на каналчик. Может, там еще интересное, может, не будет. Ладно, все. Всех обняла. Пока-пока. Мама, если ты меня смотрела, я тебя люблю. Сильно-сильно.